Да. То есть, в принципе, так и делается, если ты на уроке специальности посмотришь, ну, более развитых учеников каких-то, которые даже, в принципе, в первом классе и во втором, то есть они тоже, в принципе, то же самое делают. Причем на первом классе и во втором они именно этим и занимаются, как бы, каким-то дирижированием там и так далее. То есть, ну, какими-то такими, ну, в какой-то другой форме, ты, введением мелодии какой-то, то есть музыкальностью, вообще музыкальным каким-то. Ну, нет, я ошибаюсь, конечно. Ну, взятием звука они занимаются. Но если ты будешь просто брать звук, да, то есть как бы, ну, как бы все вместе, то есть музыкально чуть, да, ну, если ты говорить вот так дотошно просто, меня это не касается, да, да, я просто просто говорю-то, да, то есть как бы, что это в принципе, да, ну, что, ладно, да, ладно, я просто к чему, что, да, наоборот, да. Ну, не знаю, думайте сами. Короче, это не суть. Инструментальная, она чуть-чуть другая, понимаешь? Да, то есть одно другому, ну, как вот как Шопен говорил, как другие музыканты говорят, то есть все равно введение мелодии надо его чувствовать или заниматься чуть-чуть пением, то есть хоровой, сольфеджио какой-то там, бла-бла-бла. Да, то есть. Поэтому вот какая-то есть, да, ну, поймет она тебя, просто наоборот, она. Вот просто, то есть, да, то есть просто пение мелодии. Просто вот тупо, да, понимаешь, каждую мелодию можешь, да. И ищешь в ней как бы, ну не то, что ищешь, как бы, она сама за себя говорит, эта мелодия. В ней вот что-то есть, каждый, да, даже, иногда даже так, что композитор это не подразумевал, но написал, да, а-ля в духе чего-то там, да, например. Как бы, или интуитивно, или профессионально просто, ну очень профессионально как-то, да, понимаешь. Или все вместе сразу там. Это не суть разговора. То есть это и есть академическое искусство. Ну да, ну это долгий разговор. Я ничего не настаиваю, да. То есть это просто вот работа исполнителя. Ты берешь и исполняешь, тебе любую фигню дадут, а ты из нее должен сделать музыку. Не обязательно шоу действий. Ну, даже давайте шоу действий, это уже будет попса. То есть там уже будут, например, жопу смотреть на что-то другое, то есть музыки уже не будет там. Да, то есть, да, понимает. Но я не думаю, что это правильно. Я думаю, что это как бы, ну, слабина, то есть тебя как исполнителя. Но артист должен вживую все-таки лучше. То есть театр по телевизору смотреть одно, и там музыку слушать через интернет это одно, а как бы вживую быть на концерте, где, то есть это, ну, присутствие артиста или вживую быть в театре, это немножко разный опыт все-таки. Нет, что ли? Нет, это просто другое дело, как это уже другой вопрос. Мы сейчас с тобой про это будем говорить. То есть музыка, для нее не нужен никакой визуальный ряд. В том-то ее как бы особенность, да, понимаю. То есть поэтому, да, то есть как ты как артиста по звуку узнаешь, да пошел нахер, блин, да. То есть это и есть работа артиста, да, она понимает, да. Ну вот так вот, понимаешь? Ну просто музыка это звуки, потому что. И даже слов там нету, как бы, да, не обязательны слова в музыке. Да. Ну, вы что, не знаете, что ли, про это? Да, понимаете. Определение открой, да, понимаете. Да, понимаете. Я тебе просто объясняю, что да. Ну, вот так, да. Да, то есть, типа, того, да. То есть, я ничего, да, просто, да, то есть поэтому это вот, да, то есть, ну, короче, не важно, да пошел нахер, короче. Да, то есть, советую, короче, нет, ну он тебя понял просто, да. Ну, не знаю. Как, ну, наверное, наоборот. Ну, значит, ничего нету, это я так уж просто набрал. Ну, то есть, как бы, да, тайна мелодии и видения, да. Тайна, ну, то есть то, ради чего, ну, нет, что ли? Ну и пошел нахер тогда, он говорит, я говорю, я не знаю, мне вообще похер, меня просто это, как бы, да, меня это удивило, когда я уже был сознательно, ну, когда мне лет 19-18 было, да, то есть, ну, когда я там поступал-то, 18, 15, когда я готовиться начал. То есть, да, ну, 19 еще, да. Вот, да, и, да. Ну, то есть там сольфеджи всякие петь. И вдруг я обнаружил, что когда она начинает, то есть как бы, то есть ты не понимаешь, что это мелодия. Ты не понимаешь, что она, да, то есть просто у тебя, ну, как бы, ты, твой мозг не воспринимает, ну, понимает, как, ну,
просто не прикольно типа того. Да, понимаю. А потом она же как бы раскрываться начинает. То есть буквально какая-то, ну поймешь, короче. Да. Она себе так, да. Ну, типа того. Ну, это не долго, да отвали! Да. Он про себя так думает просто, да. Недолго просто, да, все, да, понимаешь. Это недолго, потому что это приятно, понимаешь? То есть, да, то есть, это потому что, ну, как бы, не совсем работа. Это не обязательно это ненавидеть, но в этом надо расти тоже. Но это определенный челлендж, наверное, типа того, да. То есть, как бы, да, мне тоже неинтересно, да. Все, замели. Ну вот это она имеет в виду. Да, да. Ну я, да. Ну типа того, ледящий. Маза. Лаптоп. Сейчас это самое сложное. Холодово. Ну это там, где, наверное, комиссии какие-то там. Либо просто перевели на счет просто то, что там было, и все. С концами. Не знаю, сейчас разберемся. А, так они просто у меня. Да. Да. Взяли, выкинули, нет, сейчас все на дорогу. Ну так, можно дорогу поднять. Вот это и есть. Ладно, надо станги перевести. Па-п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 а
То есть они $1.5 еще сняли за комиссию. Это единственное на самом деле. Ну да. А, так это не так и дурно, они потому что два снимали, нет? Сейчас что синий здорово. Редим. Кэш аут. Конфирм. Итого, earned with Tango $384. Вот.
Ну я там ничего не делал практически. Просто сиживаешь время какое-то, ну это вот играешь. Ну нет, там, если ты просто будешь сидеть, ничего не будет. Надо музыкой заниматься или что-нибудь. Шапки надевать что-нибудь. Стизировать что-нибудь, да. Или хотя бы что-нибудь не знаю. Это я не знаю. Дымное что-нибудь там. Вверху сердечко одеться там или еще что-нибудь. Например. Ну, просто, ну, понимаешь. Ну, можно музыку просто играть там, да. Музыкантом быть просто. Наверное, не знаю, я думаю сам. Каждому свое, как говорится. Ну так загляди, посмотри там, я там видел, ну, загляди, посмотри, да, ну это так. Наверное. Ну это уже не суть разговора, да. Опа. Бабулярность. Нет, я не заработал. Ну я там сколько не заработал. $174. Ну, типа там, через месяц просто как-нибудь там, да, понимаю, да, это просто. Ну да, да.
один. Ну вот это и есть он самый. И наоборот, да, вот это и есть он самый. Я ничего не понимаю. Наоборот, да наоборот, потому что это он себе, да куда-то есть он сам, да. Вот это и был на самом деле. Наоборот, обхылся.
Как метро. Это вообще нельзя есть, понимаешь? И в принципе убивать это тоже. То есть, да. Ну что поделаешь? Я тебе еще помнишь? Не знаю, уж как-то. Да. Видишь, как бы жить-то можно, кажется, нет, ну тоже по-своему, да. Ну, вот это он имеет в виду, пусть заблажается, пусть размножается, мне тоже неприятно это, понял, ну, вообще, как бы, да, просто я уже совсем злился, по идее, да, ты понял. Ну, не давать ему размножаться, что ли. Просто чтобы ни крошки не было, ни пива. Ну, то есть, если у них еды не будет, они сами убьют. Да. Чем здесь делать? Надо понимать. На бетоне, что ли, размножаться сидеть? Ну, это не будет. Так. Так сказал. Да.
управляю вот этой жизнью. Это гриб. For me especially, Grammarly is very, very helpful when writing business emails, because as you know, English is not my first language. When you upgrade to Grammarly Premium, it gives you access to advanced features that actually allow me to write my business emails and my video scripts more efficiently. The premium version provides you alternative vocabulary suggestions for overused words to save you time when finding synonyms, as well as providing clarity suggestions to improve your conciseness and remove unnecessary words, with everything being customizable to how formal you want your writing to be. Grammarly also comes with a browser extension that can work in Safari, Chrome, and Firefox, and can be integrated into such apps as Google Docs or Gmail to help with your writing needs. So, if you want to improve your online writing experience, then go over to Grammarly.com. Easily one of the most underrated RPGs to ever grace a console, The Legend of Dragoon was initially met with mixed reception, with a unique combat system and one of the most compelling stories of any JRPG.
This game went on to amass a significant cult following, and it's one of the most requested videos on this channel. This is The Legend of Dragoon Iceberg. The Western JRPG. Japanese role-playing games that have been created in Japan, typically with an anime or manga-style character design, are almost always more successful in their country of origin. However, LOD was one of the first JRPGs that broke this mold. The game was more popular in the West than it was in Japan. This very well could have been contributed to the fact that Japanese players were often cited as saying the game was too difficult. Due to this reaction, the game was nerfed, decreasing the difficulty during the localization for Western audiences. The Western reception was so positive that it sold three times as well as the Japanese version. The grind is real. Some games, especially JRPGs, are notorious for their arduous level grinds. LOD is definitely one of them. Although the maximum level is only 60, almost all of the experience comes from bosses. The most experience that can be gained through non-boss monsters is just a few thousand, and they can be a rare monster to encounter, while bosses from the same area can grant upwards of 20,000 experience. And even defeating every bonus boss in the game will only leave your characters about level 43 during the final boss fight. If players skip the optional bosses, that can leave them in their upper 30s. Nevertheless, this is typically high enough to defeat the final boss. Instead, they incentivize you to level up additions and dragoon levels, as they are easy enough to level up, making it so that you don't really need to grind character levels. In addition to this, the boss fights in LOD definitely tend to last longer than many other JRPG boss fights. The final boss, in particular, can last upwards of 45 minutes to an hour long. Enhanced combat. Most JRPGs of the time were simply turn-based fighting games, but LOD added some features within the combat system that made it more interactive and intense. First was the addition of action commands. During physical attacks, you will normally hit X at a particular timing to move on to the next hit in the combo, and occasionally an enemy will attempt to counterattack, forcing you to react with a different button input. If you don't react accordingly, your character takes damage and you lose the combo. Another interesting aspect of LOD's combat is the vocal identification of their attacks. When characters use their Dragoon magic, they will shout out the name of their command as they use it, typically alongside a powerful sounding crescendo of vocal grunts. And the inverse is true of their additions, where they perform the attack and then shout out the name of it. This shouting out of an attack was first used in Mazinger Z, widely considered the first super robot anime, and the tradition was popularized in various anime shows like Dragon Ball, Digimon, Naruto, and others. It seemed to fit in well enough with the game, but it hasn't been quite as prevalent.